Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, важен результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо, кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Hmm.
Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауф, рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да. Как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Что на него нашла? Что беспокоит его? Что происходит? Что ты делаешь? От кого бежит этот глупец? Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание – знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Ты чуть не убил меня. Дай честь для нас. Повелитель ждет. Альтаир. Повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными.
На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Вернись сюда! Ты меня на дороге! Что ты делаешь? Иди прочь! Нет!
Прекратите битву и возвращайтесь в Масиах! Приказ Аль-Муалима! Перемотка на более поздний участок памяти. Аль-Таир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Встань на эту платформу, Аль-Таир. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер.
Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо, смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Участок памяти. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне,
Ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал, как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди! Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Дьявол, даже не переодеться. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Это мы здесь название. И название — это глупость. Люди, это не мое решение. Не я устанавливаюсь против, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лайла? Я знаю, что за случай всех не положу. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, как могу. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люди, это не мое решение. Не я устанавливаюсь против, но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лайла? Я знаю, что за случай всех ты не положил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы...
чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так... Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название — нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название, и название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок, но я достаточно удам, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что тот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Черт, они заперли дверь. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия для масс. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал.